в жизни хочется сказать, как мало говорим на самом деле. Мы так боимся душу раскрывать и прячемся, как та улитка в теле. Как редко мы друг с другом говорим, торопимся, спешим всегда куда-то. Порой не ведаем мы сами, что творим, и замолкаем снова, виновата. Как мало теплоты мы дарим тем, кому нужна порой она бывает. Кому-то улыбнемся, а затем проходим мимо, миг тот забывая. Не лучше чаще в лица заглянуть, чтобы увидеть, что в душе творится. Быть может, там внутри есть что-нибудь, что может в жизни нашей пригодиться. Быть может, мы увидим там все то, что в жизни нам порой казалось малым, что виделось когда-то уж давно, но только времени всегда нам не хватало. Тогда, быть может, мы заговорим и скажем все, о чем сказать хотели. Но пока, как рыбы, мы молчим и прячем души вновь в уставшем теле.